Лево, Ширю.
Вася, Вася! Идет! Андош, там! Или здесь выше, в него сразу! Проверь-то! Все хорошо, Эдуард, понял. Воля, воля, воля! Здравствуйте! Кто-то не перепутал, что я шел. А я это, Да. Или свой подрос.
Пашка, подобольше, Пашка! Первый заканчивается. Достигаем, да? Сюда, по обороту. Хватает 70, да? Это что за фраг?
просто видишь, на том же и этот твой тоже смайлик. Отойди выше чуть, Гошка. Я, ну понял, я не шутил. Понял, что... Давай назад, Рина! Я стыдно, что не же я тут. Не, ну... Я до этого говорил, когда ХБ, когда она здесь была, задавал вопрос, почему, типа, что за бардак, хотя бы, блядь. Он на следующий день хотя бы, в итоге, блядь, намного позже все. Даже вот, неделя прошла, сегодня только это стерло, так и получилось. Глаза закрыты просто. А что ты вот так меняешь? Это так тяжело. Давай, беги! Я не знаю, почему. Вот во второй лиге, Саня, вот надо прям, чтобы они, блядь, сошли. А он вообще вот так. А у него это антистресс какой-то. Лево, чуть, лево. Как это? Стабилизатор. Руку накачал. Ну. 3 года ушло на это. Я думаю, как Алжас раньше так снимал? Чего Алжас не снимает? Полковник уже? Акимат. Акимат, да? А, это он делает, да? Я тебе так что, смотри, все праздники на площади, это все через него. А-а-а. Все какие-то там встречи. Так ничего не происходит. Нет, ну по субботам концерты. На досуге получилось играть.
Рома! Нардос играл в руки. Вчера говорил, лечил, что там Нардос, ЛЛФ, ну, сюда не приехали, не пофиг, что ЛЛФ, он сегодня за Нардос бегал, там, Нардос и ЛЛФ уже отбегал. Или специально закрыть, или вот он путает с кинами. Какой счет? Ну, выигрывает же. Уверенно выигрывает. Все, зацепиться за мяч. Чудо Вася есть. Как Ленинский, что ли? Играй. Кири, мяч возьми. А что так запутано, я не понял, а что ты сдавал? Права? Экзамен сдал, тест. Теорию, да? Теорию сдал, а практику. Блять, у нас раньше как-то проще было. Я когда в свое время на башню сдавал, там, короче, вот 21-я школа, и там... Возле, прям возле школы? Прям возле школы. Забор один, вот как ВК-шку, короче. Там автошкола. На Жигулях Семёрке, это что, сколько тогда было? Что, вы там сдавали, да? Да, школу сдавали. Да, автошкола. Потом, смотри, приезжал, ты сдаешь в автошколе экзамен, такой, знаешь, как, типа, с тестовым. Пробный. Да, и потом там назначают, ну, приезжает там два или три сотрудника. Соответственно, любая группа, там у нас было 30 человек в этой группе, ну, к примеру. Мы скидываемся, конечно, стол накрываешь, и эти гаишники заходят и на стол себя посмотрят, блядь, что там до старта все. Все, и сдаешь. Нет, у нас группа, а мне легко вот это практика. Мне коллега тоже рассказывал, что я там сел на гаишник. Я в ГАИ не сдавал. Говорит, сел, что-то пристегнулся там, типа, Николай посмотрел, тронулся, все сдал. А мы, короче, этот, вот это, Жигули, Семерка, ГАИ, и четверо нас. И там отъезжаешь, один там проехал, высаживает пешком идет. Там второй проехал, пешком высаживает. Ну там по району подальше. Сколько-то. Ну, все самое главное, там присягнуться, зеркало, поворот, ну такое. Ну все сдали, блядь. И практики. И потом сами как они ебашились там, блядь. А я здесь там пил. Те тремены больше не пили. Блять, ну, а считай, смотри, весь день же, мы как, а я там, ну, я 18 лет сдавал, там нас было трое чего в 18 лет, нам, ну, тоже скидывались на стол, и сидели. У нас там во дворе дачная бабушка жила, говорит, вот у меня двухкомнатная квартира, давайте нас отметим, ну, группа такая, нормальная, бабушка, девочки, тетки там, ну, мы трое, 18 лет, мы старше. И этот какой. Ну и себе тоже на стол там понакупали, а хули голодный, весь день ждать.
А сели за стол только как провал. Провалы давали после трех или после четырех, что-то такое. Пришли все, получили их бабушку, пили там как накопили лагары, на, грубо сказать, на косяк. И бак развезло. Ты знаешь, как домой приехал? Трамвай на Дайпое. Приехали на трамвае, дверь открылась, я вот там просто упал. И в таком, без рук. Все ебище, блядь, разбито. Встали, пойдем. Давай сними, сними. Навернули. Здесь все. Ну, блядь, да. Все. У нас беда. Блядь, на тащак. Первые. Лодочки. Молодцы. Ты здесь на волке гонял? А в официальном? Ну, в смысле, вот когда перед уже. Перед собой! Я ебался. Когда футбол. Да, да. Ну, я больше в России, но там как с кем было соревноваться. Здесь вот эти гонки, например, типа тоже любители. Лицом, лицом свечу! Там и профессиональные классы, и любители. Я там любительский. А что делать? А вот такие, знаешь, зимой ралли, я говорю, а машина не для этого не была. Ну то, что низкая, все не рассчитывает. Я чисто только на разгон. А здесь в аэрофорте мы гоняли, пока заедет, блядь. Еще раньше там батя новая приехала, блядь, вообще пока испытывается. У меня Вася, блядь, на циркуляцию, вот троих убрал. Я не увидел. Не, он его от Нурика отдерживал, тот не мог разогнаться. Лёха, Лёха, тошни на меня, а? А жена у меня ГАИ сдавала. Сама. Когда? Ну, тоже давно. Мне уже 10 лет машины. Вот. Но я уже все там гайцами за футбол заметил. Я тоже мог 10 лет назад права получить. Я даже в этот ДОСАФ собирался, короче, идти что-то. Я один раз даже туда пришел. Стой, пойдем, уходи! На место Лёхи не будет двигаться. И все, я и договорился, она говорит, ну, как она говорит. Ну, не надо ему это говорить. Ну, раньше, я не знаю, есть кастрат, есть группами учатся. Да, ну, знаешь, они приходят и приходят. Кто-то позже, типа, она сформируется официально там когда-то, да? Что у тебя говорят? У нас две, параллельно две группы было там, как два класса. Перед собой! Мы ходили, все это. А, ну вот это учили там, нам рассказывал, все это. А, блядь! Да, блядь! Три рома! Вылезь, Леха, вылезь! Да, наша! И это, у нас вот в нашем классе один пацан сейчас только в начале пришел и за правами пришел, за никого. Но он этот, Паша Жовка. Он в то время там, на первый урок пришел и уже за правами пришел, за ничего не давал. Алло, набирай, пусти, смотри, еще. Вон Даня, иди. Один! Один! Три! Три!
Лёха, готовься, Лёха. Слава, Рома, твой. Сели. Без баллы тяжело, блядь. Это, блядь, как защитник. Па-па-па. Лёха. Надо прохладывать тебе. Короче, думаю, в следующую пятницу ведутся. Вот, съездить еще пробное вождение проехать. А ты что там что-то? Пробное. Ты сам, самое главное, блядь, вот это вот. Мы что же давали? Нам блядь, порядок, сесть сначала, присесть. Не, это все хуйня. Вот этот весь порядок ты выучишь, блядь, такой. Я уже сам сейчас, конечно, сейчас, ну, сейчас ты не делаешь по порядку, как надо. Там просто типа городу это надо у вас. Знаете? Да, там все лично, все автоматизировано. Это все классно. И вроде якобы в онлайне. Якобы в онлайне, но когда там вот заходишь через день, да, левый, ты так и приезжаешь, можешь не сдавать, но они тебе подставят и делают более больше программы. Давай выше, ты же доску вышку поменять. Там то, что у нас же везде, как в Казахстане. Я вижу, Рома, сзади, я, Рома, ты долго стоял. Дурак, браво! А машина где? Шанс. Был шанс, я понял. А еще что-то не ходили. Там сейчас права отбили. Б1 и Б2. Но если на механике можешь, то ты на автомате можешь, да? Я и поэтому и этот выбрал, потому что мало ли что-то можно. Да, потому что в России, вдруг в России там, блядь, ну, чтобы подходили. Дома дали! Дальше, еще отходим, еще дальше. Матч. Рандос последний. Походу, я голова болит. Рандос последнего ждешь. Бей, бей! Сейчас они выйдут. Уста! Мимо! На наши идут. Нету права. Дергай. Лишь нет. И бей! Я хочу отдать. Здорово! Это быстрее, блядь, черный! Тогда мимо! Лево, лево, лево!
И шире, шире, уже. Лево! Нужно хватить. Вася, двигайся! Я под тобой. Васька, чё? Даже с нами. Тут даже тренер может быть... даже может быть... Это кучка, как охуенно будет, если один проводить, я не забыл, что такое выходное. Да я говорю, все на работе по выходному. Вот так, видите, тоже пока. Надо 30 команд, девочки. Нет! Вообще нахуй. С 9 утра нахуй. Бля, сетка рвется, доживет, бля, еще, бля. Уже заебав. Сетка зайди, что она такая. Я бы просто сетка стандартная больше, для самого заебись. Да вот тут так тихо, да вот так тихо. А я не знаю, что она, блядь. Сука, тихо. Вот это шлинь, вообще, блядь, почему не привязан друг к другу, да? Да. Я же хоть и вышел, блядь, не свистнул, значит, ну, оттуда же не видит, как он. Все равно надо свистом. Ну, да. Доиграй, потом спорю уже. А что спорить уже, момент прошел. Пауза.
Да, заходи, конечно. Вот это. Вот это гости. А! Феникс выиграет точно. Ебануться. Тут легнуться.